Мы будем воспевать Твое имя. Мы будем петь о любви Твоей всегда. Выше всех гор и морей, моя река любви течет. Открою сердце к Богу я, исцеление придет. Я счастлив истине стоять, руки к небу вознесу. Буду петь всегда, когда сойдет любовь твоя. Буду петь о любви твоей я. Буду петь о любви твоей всегда. Буду петь о любви твоей я. Буду петь о любви, буду петь о любви. Буду петь о любви твоей я. Буду петь о любви твоей всегда. Буду петь о любви твоей я. Буду петь о любви. Выше всех гор и морей, твоя река любви течет. Открою сердце Богу я, исцеление придет. Я счастлив в истине стоять, руки к небу вознесу. Буду петь всегда, когда сойдет любовь твоя. Буду петь о любви твоей я. Буду петь о любви твоей всегда. Буду петь о любви твоей я. Буду петь о любви твоей всегда. Буду петь о любви твоей я. Буду петь о любви твоей всегда. Буду петь о любви твоей я. Твоей всегда. Буду петь о любви твоей.
каждому из нас. Аминь. Скажи: Господь, Ты благ ко мне. Благ к нам, Господь. Даже если, когда мы терпим какие-то неудачи, то мы знаем, что Бог все равно остается верным, остается благим. Если светит солнце, если над нами тучи, Бог благ. Аминь. Аллилуйя. Давайте еще раз Его прославим. Аллилуйя. Аминь. Вы знаете, мы еще не видели Бога, который благой.
но мы поверили в Бога, который благой, и поэтому Он начал действовать в нашей жизни. Аминь. Когда ты выходил сюда, произносил молитву покаяния, ты еще не видел никакого изменения. Я, наверное, на третий или на четвертый день почувствовала что-то. Но Бог по твоей вере, потому что Он сказал. Вы знаете, что происходит здесь на собрании, Церковь Божья? Мы провозглашаем истину Божью. Аминь. И пусть тебя не обманет дьявол, ты не видишь исцеления, Бог сказал, что ты исцелен. Ты не видишь, что ты какую-то свободу получил от грехов, Он уже сказал, что ты получил свободу. Давайте мы воздадим Ему славу. Он Бог, который уже благословил меня, который со мной. Аллилуйя! Аллилуйя! И мы будем исповедовать свою веру. Ты веришь? Ты веришь, что Он приготовил тебе процветание? Исцеление, спасение твоим родным, благодать на твое служение, на твою работу, на твое дело. Он благословит дела рук твоих. Кто читает Библию, вы слышали, сколько всего Бог нам сказал. И когда мы провозглашаем, наша вера, она крепчает. Аллилуйя. Бог сказал, что я спасен. Бог сказал, я исцелен. Бог сказал, свободен я, есть победа у меня. Закричи громко. Боже, можно услышать вас? Свободен я, есть победа у меня. Аллилуйя! Чьим словам поверишь ты? Я буду верить слову Господа. Церковь Божья, чьим словам поверишь ты? Я буду верить слову Господа. Чьим словам
жизни, побеждать проблемы. Мой Бог предназначен силу мне, Бог предназначен силу мне, Бог предназначен силу мне, Бог предназначен. Он расширяет мой шаг подо мною, Бог предназначен. Он тот, кто ставит меня на твердое основание, Он тот, кто приготовил трапезу в виду врагов моих, Он тот, кто последний знает врагов. Мой Бог вели, Бог предназначен силу мне, Бог предназначен силу мне, Бог предназначен силу мне, Бог предназначен силу мне. Он сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Церковь Божья, ты молишься на языках? Сошел ли Дух Святой на тебя? Неважно, веришь ты, неважно, чувствуешь ты или нет. Бог уже сказал, с Духом Святым моя сила уже на тебе. Тот Дух, который воскрешал Иисуса из мертвых на третий день. Тот Дух Святой, который творил тебя в чреве матери. Тот Дух Святой сейчас действует в тебе. Тот Бог, который изменяет все. Бог предназначил силу мне. Бог предназначил силу мне. Мой Бог предназначил силу мне. 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 Я буду верить в Слово Господа.
Аллилуйя, Иисус, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, благословляем Тебя. Святой Дух, мы верим в Твое помазание, мы верим в Твою силу, мы верим в Твою благодать.